Всем привет! Сегодняшний геймплей в тройках, который отлично показывает, как XM4 может ловить дешевых за руку и показывать, кто в Warzone настоящий маэстро. Моя сборка сегодня это агентский глушитель, дуло, Task Force 13,5 дюймов, последний ствол в списке, прицел Милстоп Рефлекс и рукоятка полевого агента, а также быстрый магазин на 60 патронов. Такая сборка отлично подчеркивает плюсы этого оружия, а именно достаточно низкую отдачу на средней дистанции. А для стрельбы на дальние расстояния у меня в комплекте LV-3 Тундра. Снайперка, которая в данной мете показывает себя, на мой взгляд, лучше всех. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, а также оставить комментарий. Спасибо и увидимся. Меня добивает. Бля, если бы ты добил, то было больше смешно. Есть одна плоть? Да, она. Что она? Вот это зажим, я возьму. Какой-то бомбард нот написали, что идет. Надо бы затарить, все, мы приехали. Ну, я вверх хочу взять. И он чей-то? Тут ты... А, ну там вертушка. Ой, бы не зов. Тут парашют. У вас прямо на крышку. Тварь, а? Машина едет по напротив. Hostile vehicle. X-ray spotted. Ну, чувак, куда вот только? Contact. Задал. Hostile sighted. Кто-то еще стреляет. Я же пометил чувака на крышке. Но он ушел и меня... Нет, он там стреляет. И еще там же чуваки. Они на горе все сидят. Не-не, у нас прям тут чувак. А, он задаунен и уехал. Умер. Мина. Лифт. Да блять, Петя, ёбаный ты. Тань, скушай броню. У меня нету ее. Идем в зону. Не сополчал. У нас тут машина вообще. А, может это эти чели. Под нами. Где пометить? Ага. Я... На кого? Hostile down. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Чел? Enemy UAV
Сишка идет на нас. От машины. Не классно. Тут чуваки. Да еще один. Один в дауне за туалетом, второй в дом зашел. Один в доме. Еще тачка. Машина. Откуда мы пришли, Матвей? Дал туда это. У нас цель еще близко. Там еще один чувак. На мне. В доме. Чё, челики, лоб? У нас еще челики от машины идут. Херовым чё. Ой, блять, пистопол. Нажму. Они оба там. Вот если есть чем туда кинуть, кидайте. У кого-то из них сел. Блять. Хорош. Двое. Он за домом, который... Так, этих разъебали. Один вот здесь валялся. Вот здесь нахуй. Тачку уводит. Disabled vehicle. Там что-то трупы в доме делают жестко. Не могут поверить, что и третья патька пришла. Третья патька пришла. Сейчас как бы к нам третья патька не пришла. Я запускаю один ее. А у меня больше нету. Давай я. Ну вот магазин. Несколько. Дарачка, да, в доме видел чего. Синий. Контакт. Там двое было. Милсим, американский. Ну там из армора. Идем ты за. Пати, надо держать их. А, у магазина. Минус один, меня дропнули. Меня тоже дропнули, там снайпер, один синий. Задаунил одного. Сколько их осталось? Не знаю. Я двоих на одного. Алло, я застрял. Вот тут. Все. А, они оба с софтами были. Минус враги. Сколько их там? Один. Нет. 5, 2, там семеро. Он бегает по крышам. Еще где-то один, а на каунтах, если семеро. Сюда стреляют. Отползи назад, там.
Блять, прям в него заполз. Встану. Ну, если дожмёт, я в принципе в сейф. Пойдем выкупим. Так, осталось. Просто машины. 4. Ой, 8 человек. Где я умер? Ты вот возле вода вот где-то. Там. А, тут кто-то уже есть, парни. Я опять скис. Убил твоего убийцу. Лошок. Ну ладно. Ну зато ты дал. Тут у нас, смотри. Два человека. Три. За этим камнем было. А, без брони. Чего не осталось? We're inside a circle. Stock up, get set. В траве не позиционит лежит ублюдок. Hostiles in the area. Вон под нами. Просто нагиб. Мы как ураган прошли по всей карте. Причем фрагов-то нормально сделали.